Хай-хай, с вами Иван Гай, добро пожаловать в Happy Wheels! И я заметил кое-какую особенность, ну блин, конечно, каждый уже заметил, что здесь отображается портрет персонажа, за которого нам предлагается играть в этом уровне. Это круто! И еще сортировка уровней стала очень удобной. Ты сначала выставляешь все, что ты хотел бы выставить, а потом нажимаешь значок обновить. Это, во-первых, облегчает и тебе процесс, и не так нагружает сервера. Ну что ж, приступим! Итак, первый у нас на очереди уровень 91,34%. Невероятно. Откуда такая точность? Очень интересно. В общем, Pogo Jump только-только-только. В чем прикол? А! Я тебя сейчас утрамбую! Слышь? А! Это все довольно-таки печально закончилось. Господи, я даже не успеваю выпрыгнуть! Так, бездумно сейчас я просто так прыгать не хочу, поэтому стоит мне разобраться, каким образом лучше это все сделать. Вот хотелось бы узнать, вот эта синяя штука, я пролетаю ее. И... Да, мне никогда не узнать, мешает она мне или нет туда добраться. Подождите. Подождите, я кое-что заметил. Что это? Нет. 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 Нет! Перфекционистам лучше отвернуться и не смотреть в ту сторону. Залепите кусочком изоленты вот эту часть экрана и все. И будет вам счастье. Живой! Живой, живи! Да! Стоп! Ой! Нет, нет, нет! Нет, нет, нет! Ползи, ползи! Блин! Я проходил уровни с названием 99,9% невозможно, а здесь... Ну, слегка больше. Больше шанса у меня пройти. Так, вот будет сейчас прикольно, если я протуплю. Стоп, только не на шипы. Защита от зомби. Кем мы будем защищаться? А это, в принципе, не так важно. What the fuck? Что я должен делать? Кнопка, держись, стреляй. А я должен кто-то стрелять чем-то? О, весело забавно, весело забавно. Подходите, по одному. По одному, блин, вот это вас толпа. Да я таких, как вы, каждый день на хлебушек намазываю. Подходите. Я победил. Это было слегка странно, потому что от моих действий как бы почти ничего не зависело. Но я увидел кинцо в стиле Квентина Тарантино. Хоп, хей, ла-ла-лей. Хоп, бэт. Так, еще раз пойдем. Ну же. Ну же, давай, подбрасывай меня. Давай, бросай. Так, рестарт, я хочу быть целым. Поехали. Она. Поехали. Стоп! Стоп! Оторвали! Оторвали Мишку лапу, чтобы Мишка... Бутерброд? Я не понимаю, как здесь что-либо делать. Черт! По-моему, я... Нормально справляюсь, все. Я неплох в этом. Ну как сказать? Вот это! О, бро! Что там дальше? Мастер! Умри, сука! А далее у нас идет синий лед, стекло ломать! Мастер перевода я просто. Эй, эй, игрок в Happy Wheels. Это самый лучший стеклянный уровень когда-либо. Я надеюсь, тебе понравится. Проголосуй. Как-то нагло автор об этом сейчас заявляет. Давайте же сами убедимся, я не верю. О, еще куча всего. Прочитать на английский. Фак. Идите вы. Лучший уровень! Мне понравилось! Браво! И тоже шедевр! Может, я что-то не так прочел? А-а-а! Ну, сына, извини, мне надо оставить тебя в детсаду. Пап, ну это не детсад!
Я сказал детсад. Пап, ну смотри, там кинжал смотрит в мою сторону. И он двигается, и он большой такой, и длинный. Сына, ты что-то имеешь против толерантности? Damn it. Так. Классический. Сила 10. Такая себе, нормально. Сила 10 плюс. Нормально плюс. Сила 10 плюс хард. А в чем-то хард? Так, главное себя не проткнуть. Ускорение. Да, я сопротивлялся, но надо было ехать. Так, что же дальше? Но... Стоп, что написано? Я не прочитал. Шлем, отстань. Найс, если ты остался живой. Крутящиеся стеклянные штуки. Ой-ой-ой-ой. Ну, изи. Ладно, поверю вам, что это изи. А, вот так вот они все ломаются. А! Что у меня в заду? А! Стоп! Фух. Так, разгон. Разгон! Пошли вы все бегать. Эпический, если ты остался жив. Спасибо. Стеклянный ездок. Помедленнее, slow down. Сложно. А, я должен наоборот проехать так. Нормально. Помедленнее. Блин, это сейчас будет забавно, если я сломаю это стекло. Цепь. Ай, чика. Так. Все. Так, она меня хочет ударить. Едем не спеша. Хо! Да мне не страшно! Плевал я на ваши законы физики! Плевал! Сына, пока! Без меня там. Ёпара, сына, ну как ты меня подвел? Как ты вообще смог? Мы пойдем до клабика, потанцуем крабика. Мы пойдем до крабика, потанцуем клабика. А, все, так лучше. Так, кусочки сбросил сынка и поехал. Все нормально, можно ехать. Ну и последний уровень матрица, сделанный королем 2002 года. Уж. О, да, жиробас. А как он там оказался? Что произошло? Тогда я вас обманул. Это был не последний уровень. Давайте последний уровень сыграем за вот этого геликоптера. Поехали. Вернее, полетели, как бы я не додумал. Слышь, ты что за рулем? Ну нет. Нет, я хотел вертолетик на радиоуправлении. Чёрт! Ой, эта машина довольно-таки неплохая. Дерево улыбается. Стоп! Деревья, вы чё улыбаетесь? Так, со странным звуком работает вообще эта машина. Фух, я избавился от этого звука. Наконец-то. Я молодец. Все, едем. Руль. Руль для слабаков, я знаю, я прав. Я с тобой полностью согласен. Руль для слабаков. Черт. О, да, едем. Элементарно, это было несложно. Вот это трамплин. Да. Для велосипеда. Прямо передо мной сломался. Это магия. Магия то, что я возьму. В общем, всем спасибо за просмотр. Если вам понравился этот ролик, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А с вами был Иван Гай. Всем бай-бай. Мое ухо.